Школе и всем ее сотрудникам, всем, кто делает ее, хочется пожелать огромного счастья. Они это заслужили, прям вот они сделали нашу жизнь намного лучше, и мы надеемся, что мы тоже сделали их жизнь немного лучше. Для меня Ломоносовская школа – это способ выявить ум и индивидуальность моих умных и необыкновенных внуков. Это место, где они должны расцветать и где им в этом помогают умные и тонкие учителя. Я 11 лет учился в Ломоносовской школе. Прям, ну, с передышками, но приблизительно. Я сейчас это понимаю, это очень крутой старт, потому что я, если честно, долго думал, что возвращаться, ну, а я время от времени возвращаюсь, будет чуть менее приятно, нежели это оказалось. А оказалось очень приятно. А это всегда хорошо, когда приятно возвращаться. Это значит, что что-то было сделано не зря. Значит, вот 11 лет были, получается, не зря. Это действительно настоящая школа, это очень важно, потому что сейчас все больше и больше куда-то отходит во многих частных школах к вот, европейскому образованию, к другой системе обучения. Пропадает тот правильный дух, на котором я считаю, вот, например, мое поколение, поколение моих друзей, моих родителей, воспитано и образовано, что очень важно в первую очередь. Очень правильно в ключе. И вот в Ломоносовской школе мы наблюдаем как раз такую тенденцию, что нам безумно приятно. Второй дом. Вот, я так всегда отвечаю на этот вопрос, потому что это действительно так. 7 лет назад, когда я выпустилась из Ломоносовской школы, и до сих пор каждый год сюда прихожу. Вот. Здесь всегда оказывают помощь, поддержку. Я очень люблю это место, и для меня это очень-очень родное место. Конечно, атмосфера. То, к чему мы стремились, то, о чем мечтали. Это то, когда люди объединяются в радости, да, и в горести. И здорово, что больше все-таки радостных моментов. Даже если их нет, но мы их придумываем, мы их реализовываем, осуществляем. И в этом каком-то процессе пролетает время, и ты понимаешь, что уже так много пройдено, уже были какие-то поездки, уже были бы какие-то серьезные там тестирования, и в то же время какие-то праздники. Сегодня первый, да, бал у дочери.
Для меня школа, прежде всего, это то место, в которое в глубине души хочется вернуться. Возможно, уже в другом, скажем так, статусе, состоянии, увидеть людей, с которыми ты был рядом. Это что-то такое теплое, воспоминание. Это близкие друзья, которые рядом с нами и по нынешний день. Вот, например, с Денисом мы практически мы с тобой с третьего класса вместе учились и, в общем-то, поддерживаем отношения до настоящего времени. И тут еще есть ребята, они в кадр не попали, наши одноклассники. Мы все общаемся одним и тем же кругом, как и в школе. Поэтому можно сказать, что школа дала мне одно из самых важных вещей в жизни – это друзей. И особенно большое спасибо Марату Александровичу за то, что он всегда поэтически о нас заботился и старался сделать нас умнее, чем среднестатистических школьников, благодаря своей прекрасной технологии интеллекта. Ломоносовская школа – это моя жизнь, это моя судьба, это мои друзья, это мои великолепные коллеги, это мои праздники, это мои каникулы, это моя работа, ну, это мое счастье.